уже полтора года именно песня объединяет этих совершенно разных, но одинаково талантливых девушек. Петь в хоре намного интереснее, потому что это как бы моральная поддержка. Ты не один, ты чувствуешь, что вас, ну, нас много, и это довольно-таки увлекательно, ведь петь одному – это на один голос, а петь вместе хором – это многоголосие. Многоголосие действительно уникальное. Эстрадный хор на Вологодчине вообще явление редкое. Этот – единственный. Мы поем в разных направлениях, в разных стилях. Это и джазовые этюды, и каноны, это и лирические песни, песни из кинофильмов, и просто песни советских композиторов. Вот, и поэтому все-таки за полтора года, поскольку девчонкам очень нравится, они очень быстро и дружно учат свои партии, мы наработали достаточно большой репертуар. Самое время поделиться с публикой. Причем первый концерт «Северных звезд» – своеобразная репетиция к чемпионату хоров. Это состязание девушкам предстоит осилить в ноябре этого года в Санкт-Петербурге. Подготовка отбирает много сил и эмоций. В составе хора исключительно солистки и каждая мастер эстрадного вокала. North Stars уже получил высокую оценку на международном уровне. Коллектив стал лауреатом первой степени конкурса «Таланты России». Покорять сердца слушателей девушки уже научились. Когда ты поешь, то ты испытываешь много эмоций и очень разные. И люди, которые тебя слушают, сразу начинают улыбаться и понимают, что ты это делаешь душой, и они тоже вкладывают в это душу. Полноценный сольный концерт эстрадного хора пройдет в Череповце впервые. В это воскресенье в детской школе искусств «Гармония» «Северные звезды» попытаются зажечь одну большую звезду своего коллектива на эстрадном небосклоне. Вера Кучеренко, Надежда Дорошенко, Анатолий Холин. Новости.